Привет, девочки! Решила вам похвастаться последними моими приобретениями. Ну и не только последними. Тут и пустые баночки, и тем, что я в данный момент пользуюсь, и только недавно для себя открыла. Поэтому, если вам интересно, это в основном косметика, оставайтесь со мной. Первое, что я хочу показать, это краска для ресниц и бровей. Мне она очень безумно понравилась. Раньше я пользовалась L'Oréal, Igori, ну, в общем, общепринятыми этими всеми красками для бровей и ресниц. Но на этой заявлено, что достаточно 2 минут и до 4, по-моему, или до 3 недель держится. И это действительно так. У меня до сих пор абсолютно коричневые, темно-коричневые брови, как и заявлено, и действительно очень хорошо схватилась эта краска. Я прям еле-еле ее там из мест, где не надо, оттерла. Здесь вот эти патчи, если я не ошибаюсь, они называются, но я ими не пользуюсь, потому что я реснички не крашу сама, мне это неудобно. Здесь, естественно, оксид. Ванночка, где это можно все смешать. И что самое главное, вот чем отличие самое главное, наверное, и удобное, тем, что здесь уже капсулированные, как в капсулах уже порошочек вот этой краски. Здесь уже вот ну, та доза, которая нужна, потому что в моем случае всегда было или меньше, или больше. И чтобы вот это размешать, это была целая проблема. Поэтому я очень вам рекомендую, это американский какой-то бренд. Сейчас скажу. Good Frau. Почему американский с таким названием? Gute Frau или Good Frau. Наверное, Good Frau, если я не ошибаюсь. Стоит 790 рублей, но она стоит того, здесь надолго ее хватит и долго очень держится эффект. Поэтому имейте в виду, вот так вот она выглядит. Итак, следующее, что я хочу вам рассказать. Вот это Волжба, есть такая фирма новосибирская. Вот так она выглядит. Волжба. Я на выставке Интершарм. Мне дали пробничек какой-то другой фирмы, но порошок точь-точь такого же происхождения и состава. Он меня просто потряс, потому что... Короче говоря, ты умываешь лицо, потом берешь на мокрые руки немножечко там, буквально там, ну, если так измерять, пол чайной ложки, наверное, вот этого порошка. И не, самое главное, не втирая, то есть не скрабируя лицо, а просто вот это на ладонях растираешь и прикладываешь к лицу. Какой эффект? Какой эффект? Эффект мне очень понравился, потому что в 2 раза лучше... впитывается крем, какое-то волшебное ощущение, и тут здесь заявлено о том, что выводит очень хорошо токсины все из кожи, вот эта вся грязь, она каким-то образом вот выталкивается наружу. Здесь основное средство, я так понимаю, что это... состав, пожалуйста, циолит, глина розовая, мята перечная, озерная соль, вот как раз вот соль я хотела сказать, пониженное содержание, здесь, видимо, ее не очень много, чабрец, ячмен, можжевельник. Я так понимаю, что вот состав такой же, как мне давали, та называлась там что-то красоты, России какой-то там студия красоты, в общем, не помню, как то называлось, я вам обязательно потом, может быть, даже в инфобоксе оставлю ссылочку на то, что мне давали там, и не знаю, отличаются от этого Волжбы или нет. Это уже мама купила сейчас в Кисловодске на отдыхе. Вот, но тоже чистка лица, нежная чистка лица. Мне она очень нравится, абсолютно я довольна, недорого стоит, и абсолютная органика-органика прям. Потом я, опять же, на той же выставке Интершарм взяла у Тианы, у компании Тиана, такие масочки. Мне тоже альгинатные маски, морской бриз вот в данном случае. У меня там несколько было. Очень мне понравилось. Ощущения потрясающие, очень хорошо питает кожу. Ну, вообще никаких претензий, мне очень-очень понравилось. Может быть, если это часто делать там каким-то комплексом, может быть, как-то еще больше будет виден результат. Я делала вот так вот. Ну, я чередую разными масками. Вы знаете, я люблю разные маски. Я их чередую, поэтому
Мне она очень-очень понравилась, поэтому тоже рекомендую с удовольствием. Тиана, все маски альгинатные, все мои подружки ими пользуются, и все очень довольны. Потом в моем любимом магазине, где я покупаю свои любимые шампуни, помните, я вам рассказывала, Hair Vital, которыми вот сейчас в данный момент я пользуюсь, и я обожаю их просто, вообще, мои фавориты бесспорные. В этом же магазине есть такие, как вам сказать, как эта фирма называется, Фармтек, ну, в общем, это российского производства косметика, Скинактив, эмульсия для тела регенерирующая. Витамин А, Е, ПП, пантенол, гуалонат натрия, гиалуронат натрия, мочевина, оливковое масло для ухода за сухой и истонченной кожей, склонной к раздражению и повышению. Что значит? И повреждению. Она мне тоже очень понравилась, уже все закончилось. Обязательно пойду еще за этой штучкой. Скоро пойду в фитнес-центр уже, и там будет и бассейн, и сауна, и хамам, и все остальное, и буду вот этим восстанавливать себе немножко кожу. Еще я вот это уже вам показывала, это прям моя находка, крем еще из времен нашего с вами детства, когда наши мамы этим еще пользовались. Это крем F99, есть жирный, есть полужирный, есть разный. Я его Стёпой мажу вообще им. Особенно вот у него, вообще у него очень сухая кожа, даже с учетом того, что мы включаем постоянно этот увлажнитель и проветриваем, и все равно это, видимо, летом этого не было. И, в принципе, у него очень сухая кожа, поэтому я им мажу, и себе мажу. Вот сейчас руки иногда обветриваются, где-то щечки, ну, у кого какие проблемы, это очень-очень эффективный крем, я всем его желаю, и, в общем, он стоит просто копейки, и здесь что написано. Полинасыщенные жирные кислоты эффективно при диатезе, угревой сыпи, возрастной и солнечной пигментации, предотвращению видания и старения кожи. То есть здесь, ну, он такой универсальный, он для всей семьи, он с нейтральным запахом, и я считаю, что он просто должен быть, знаете, вот как первая помощь, там где-то обморозил ребенок тоже щечки, или вы там где-то что-то с собой кинула, он недорогой и доступный, в общем, вот так вот он выглядит, в аптеках продается F99. Тем более это крем еще вот с наших еще детских времен, когда нас еще с вами воспитывали, я думаю, что здесь стоит ему, к нему тоже присмотреться. Итак, что мне не очень понравилось, это вот этот, правда, случайно я схватила для рук, но у меня есть еще для лица. Ничего особенного в Natura Siberica я не увидела, вот это для рук, вот такой вот укрепляющий крем для рук. Ничего для себя я не открыла, он, в принципе, не знаю, силиконом, не силиконом, но, по крайней мере, такое ощущение, что силиконовый, просто там смываешь его, и опять у тебя сухая-сухая кожа. Поэтому не могу сказать о нем ничего хорошего. Точно такой же, прям вот точно, я просто случайно схватила не тот тюбик. Точно такой же у меня есть для лица, который мне совершенно точно так же не подошел. Ну, он обыкновенный крем, ничего от него ни хуже, ни лучше, и как бы никакого такого прям эффекта, которого приятно на лице, нету. Запах тоже никакой. Потом есть, вот я купила давным-давно уже, где-то в сентябре месяце, я захотела попробовать BB-крем. Никогда не пробовала, все его рекламируют, особенно блогеры, все BB-крем, BB-крем. Я решила попробовать роскошь питания BB-крем. Тут универсальный тон, и это имейте в виду, просто если вы вот так вот захотите, как бы, или вы приглядываетесь, думаете об этом, имейте в виду, что он достаточно темный. Я не белокожая, но и как бы недалеко не смуглая. Но у меня прям не белая кожа, вот бывает прям совсем белесая. Для белесой вообще это будет просто маска на лице, ну как бы, у меня все говорят, ты что такая загорелая? Ну, блин, ну намазать все невозможно, оно, конечно... BB-крем, я почему-то думала, что он капельку придает тон и матирует кожу. И здесь совершенное сияние, роскошь питания, типа он очень питательный. Он просто очень жирный. Я не знаю, питает он мою кожу или нет, но он пипец какой жирный. Вот, поэтому не могу ничего сказать как бы плохого. В принципе, я им пользуюсь, и его уже почти нет. Я им пользуюсь.
Но он достаточно жирный, его нужно запудривать, что я не очень люблю. Я вообще вот пудру не люблю, вот не знаю, убейте меня. Конечно, надо минеральную пудру какую-то бесцветную купить, чтобы хотя бы немножко матировать лицо. Но так как у меня сухая кожа, я вообще пудру не люблю, потому что у меня еще больше пересушивается. Мне это не нужно особо. Вот, но в целом, как бы, он неплохой, но он даже для моей сухой кожи жирноват, так что это тоже имейте в виду. И недавние мои, вот еще, мама у меня купила в Кисловодске, я знаю, девчонки, кто из Украины, я знаю, что вы очень любите эти все кремы и с ними больше знакомы, чем мы, потому что я это не видела у нас нигде в точках, нигде не продаются в Москве, ну, по крайней мере, я не обращала внимания. Это крем, увлажняющий дневной для сухой кожи. SPF 12 здесь, Хируда Дерм называется. Это, я так понимаю, что производство у них в Донецке, как мама мне объяснила. Сейчас они вроде как на территорию России хотят перевести свое производство. Ну, посмотрим, будем надеяться, что нам будет более доступна эта косметика. Но в чем здесь беда? Я от него в восторге была. Запах очень-очень приятный. Дозатор очень приятный, все как бы хорошо сделано, качественно, добротно. Сам крем шикарно впитывается, запах хороший. Ну, то есть никаких претензий нет. Но почему-то у меня очень быстро привыкла к нему кожа. И того эффекта, который был первоначально, когда я начала им пользоваться, он исчез. Изначально, когда я его наносила, особенно вот с утра, и у меня было такое приятное ощущение, что у меня кожа и дышит, и он хорошо впитался, и такой аромат приятный, и какого-то вот такого ощущения, никакого сухости, ничего нету. То есть он хорошо впитывался и хорошо работал. Но спустя какое-то время, там, не знаю, ну, видите, я уже вот почти целиком его использовала, вот как раз вот спустя, я не знаю, там, месяц, я почувствовала, что у меня все равно сухая кожа, я все время, ну, еще вот в этой утренней запаре, да, с ребенком, я все время думаю, что я забыла помазаться, что ли, кремом. И я каждое утро все время себя вот на этой мысли останавливала. По-моему, я забыла помазаться кремом. Да нет, я мазалась. Такая, да нет. И вот у меня все время было вот это замешательство. А потом я поняла, что у меня просто кожа, видимо, привыкла к нему, и все. И перестал крем работать. И сейчас я вот приостановила им пользоваться. Не знаю, дальше, конечно, надеюсь, что через месяц, может быть, еще раз к нему вернусь. Он мне вообще в целом очень-очень приглянулся и понравился. Не знаю, поэтому, в принципе, в целом, я вам очень его рекомендую. Если у вас не такая сухая кожа, как у меня, он вам вообще идеально подойдет. Потому что он не жирный, но и не пересушивает как-то кожу. Вот как-то у меня просто он привыкла кожа к нему. Его как вот чередовать и его иметь на столике, на своем туалетном, вообще отлично в ванной комнате. Недавно я хотела сделать биоревитализацию. Это такие инъекции гиалуроновой кислоты очищенной. Вот. Но вы можете на меня не ругаться, это не ботокс, ничего такого, это просто глубокое увлажнение кожи. Но мне сказали, что пока я на грудном вскармливании, мне это не судьба. Ну, в общем, неважно. И это косметолог, девочка, отличная девчонка, мне она очень-очень понравилась, это очень хороший врач, она такая прям педант в своей работе. И если вам интересно, я скину даже в инфобокс, я поставлю ее ник в Инстаграме с удовольствием, поэтому записывайтесь, если вы уже грудью не кормите, если у вас есть какие-то, ну, моменты, которые вы хотели бы поправить, какие-то носогубные складочки, там, лоб или еще что-то, то с удовольствием ее порекомендую. Я к ней обращусь где-то по моим планам в конце зимы. Она мне порекомендовала аптечные, вот я ей сказала мою проблему, сказала, что у меня вот этот крем у меня привел очень кожу, и она очень-очень у меня сухая. И она мне порекомендовала La Roche-Posay вот этот, это, ну, я так понимаю, что это очень знаменитая марка. Это французская косметика, это вот увлажняющий крем для сухой кожи. Он мне очень понравился. Я, конечно, понимаю, он не бюджетный, он там, не помню, сколько стоит, но около 1000 рублей стоит. Он не бюджетный, но тот эффект, который я почувствовала, это действительно полностью меня удовлетворяющий эффект. И у него, мне еще очень нравится, у него запах жасмина. И такой нежный, свежий запах жасмина, ну,
я просто в нем таю, мне очень он понравился. Спасибо тебе, Олечка, большое, если ты будешь смотреть мое видео. Вот. И его тоже вам рекомендую с удовольствием. Это прям мое открытие. И я думаю, что когда речь идет о комфорте и вот о коже, в которую мы вкладываем, да, в будущее своего лица, то думаю, что здесь экономить тоже не всегда уместно. Можно купить и бюджетные какие-то средства, я ими, вы знаете, пользуюсь, и российскими всеми компаниями. Но если есть вот такое чудо-средство, я решила его попробовать и совершенно не пожалела, вам рекомендую тоже. Еще скоро, вот я уже говорила, скоро я пойду... Я вам уже говорила, что скоро я пойду в фитнес-центр, там будет бассейн, сауны и все дела. И мне нужно будет какое-то средство, гель для душа, мочалочка, вот это все, все эти средства гигиены. Но есть такая ноу-хау с владельцем, так скажем, этой марки. Я познакомилась на Интершарме. Он мне подарил 3 такие губочки. Это каждая губочка пропитана гелем для душа. И вот сейчас у нас уже последняя с мамой, мама одну взяла, потом я взяла другую, и вот сейчас третью я начинаю пользоваться ею. Она чем удобна именно вот в фитнесе, что вам не надо отдельно брать гель для душа, отдельно брать мочалку и так далее. Вы взяли, быстренько этим намылись, как бы помылись, положили, это все дома высохло, естественно, вместе с купальником, там, со всеми этими делами, и отлично. Вот, что здесь на нем написано? Очищает, увлажняет и питает, защищает кожу при каждом использовании. Нежная текстура, заботливо массирует и разглаживает кожу, улучшает кровообращение, великолепный лосьон из растительных экстрактов, у меня уже язык заплетается, и масел оставляет на теле легкий аромат, способствует отшелушиванию верхних отвердевших слоев кожи, содержит витамин А и Е, увлажняет, придает коже эластичность. Это тоже российская марка. С удовольствием ее рекомендую, потому что вот 2 уже губочки. Мама от той была в восторге, антицеллюлитной. Я от второй, ну, вот такой же. И сейчас вот она ждет своего часа. Тут написано 4 в одном. Вот, очищает, отшелушивает, увлажняет, защищает. Она, конечно, чудес не делает, но это просто очень мега удобно. Поэтому, если вам где-то она попадется, смело покупайте, это очень удобная вещь. Сейчас все на Новый год тоже куда-то поедут, в гости и так далее. И с собой эти все предметы гигиены можно брать в меньшем количестве. Ну и последнее. Я давным-давно уже покупала эту гигиеническую помаду, но сейчас вот опять от этого пересушивания вечного начала ей пользоваться, и прям это какое-то для меня открытие. Давно уже не видела такого эффекта. Это, как это называется, Нейтроджена, которая всем известная, рекламируют ее по телевизору, во всех аптеках она есть. Вот такая гигиеническая помада. Мне очень нравится, я ее на ночь наношу, прям эффект очень хороший. То есть это такое вот для меня открытие, хотя я ее купила еще, наверное, год назад, и где-то она у меня, в общем, лежала. И только сейчас я начала пользоваться, и очень-очень ей довольна. Последнее, что хочу вам показать, это вот такое макадамия Natural Oil. Это, в общем, мусс такой, без изъяна называется, для волос. Его наносят, ну, как бы, типа, как маска, там, я его наносила вместо бальзама. Запах потрясающий, по-моему, в каком-то из видео, просто он у меня сейчас закончился, и я уже его приурочила, то есть я окончательный свой вывод могу вам сказать, потому что я уже в каком-то видео его показывала. С огромным удовольствием куплю еще одну такую, ну, когда Hair Vital у меня закончится. С удовольствием еще раз куплю такую же. Запах потрясающий, волосы эластичные, шикарно укладываются, не пушатся, но и не падает объем. Вообще, ну вот какое-то очень мне подошло это средство. Я не знаю, у всех разная, наверное, структура волос и так далее, но мне безумно понравилось вот это средство. Если вам где-то оно попадется, обязательно купите для восстановления кожи. Кстати, еще тут такой эффект, почему-то не электризуются волосы еще. Ну, то есть, вот, блин, вот на самом деле полная прям вот пятерка.
Спасибо вам большое, что вы меня посмотрели. На этом моя коробочка пустых и начинающихся баночек закончилась. Желаю вам всего-всего хорошего. Любите себя, ухаживайте за собой. И я надеюсь, что мой опыт тоже вам чем-то поможет. Пока-пока.